Госуслуги по линии недвижимости для казахстанцев будут временно недоступны. Об этом сообщили в филиале правительства для граждан. С 26 апреля по 9 мая центры обслуживания населения будут переходить на новую информационную базу «Единый государственный кадастр недвижимости», что позволит оперативно и качественно получать госуслуги по регистрации недвижимого и движимого имущества, изготовлению и выдаче технических паспортов. Со 2 мая не будут приниматься документы через ЕГОВ портал, электронный портал. Также не будут принимать документы нотариусы, не будут работать базы судебных органов, судебной исполнительной системы, налоговых комитетов. То есть базы будут с 2 по 9 мая перезаливаться со старой системы на новую систему. С 10 мая уже в штатном режиме все базы будут работать. То есть граждане смогут получать все услуги, как и прежде. Информационная система автоматизирована, отмечают специалисты. Она включает в себя сведения из двух баз данных. Теперь казахстанцы могут в одном документе получить услуги по линии земельного кадастра и недвижимости. К слову, с начала года в Центр обслуживания населения области обратились более 15,5 тысяч человек за услугами в сфере недвижимости. Алишер Ашимов, Азамат Баймукан, МТРК.